Я вам напомню, что мне предстоит операция через несколько дней. Вопрос, который сейчас остро поднят. Хирурги меня не допускают к операции. Точнее, меня не допускают кардиолог и терапевт. Срочно смотрите подробности в моем телеграм-канале. Хотите прикол? 11 часов ночи, а мы еще на работе. У нас сегодня было 2 макияжа, потому что мне должна быть операция, день обучения перенес и сместился. Короче, жесть. Я 2 макияжа сегодня показала. 2 макияжа мы отработали, и мы пипец устали. Сегодняшний день был настолько насыщенный, что у меня только появилось время и самое диетическое блюдо. Все пипец, я голодная была. Справедливость. Пришла я уставшая, мне нужно быстро накормить мужа. Мам, где женская? Вот в чем женская участь, Наир? Это наша судьба? Да. Друзья, я самый счастливый человек на земле, потому что я ем из рук моей мамочки. Я тебя люблю, спасибо за все. Шикарные мои, посмотрите на новые глазки. Я все говорю, Гуар, в смысле новые? Глаза. Ребят, мы сделали ей блефаропластику. Я ее уговорила. Посмотрите, как красиво. Сразу веки такие открыты. Сейчас реабилитация, короче, будет супер. Приятного аппетита. А где спасибо? Спасибо. Пожалуйста. Ребят, измерила пульс только что. Почти 80. Это радует, значит. Значит, все будет хорошо. И меня допустят. Ребята, помогите мне проснуться. Доброе утро! Доброе утро! Ой, ой! Нет, показал! А у кого это тут самообслуживание? Ты уже скоро сам подмываться будешь? Все? Скажи, бутылочку мы с 1 месяца держим, но теперь уже выхватываем, бьем всех. На его сладкий подбородочек. Ты же отжимался только что. Молодец, мои волки делают ауф. Ауф, давай. Ауф. Мане, здравствуйте. Да. Как твои дела? Все хорошо? Ты хочешь накраситься? А? Ты будешь... Сделай мне макияж, пожалуйста. Мне. На. Ребят, всем еще раз привет. Самый популярный вопрос, как правильно растушевать тени на глазах, чтобы все было супер. Первое, берем пушистую натуральную кисть. Если нет натуральной, синтетика тоже подойдет. Но натурально тушует и наносит тени лучше и ярче. Мане, это я сама крашусь, уходи. Ты себя красишь? Нельзя, сейчас Нуне будет ругаться. Далее мы выбираем такой более светлый оттенок теней. Такой розоватый. В общем, стараемся всегда начинать с более светлых теней. Наносим на внешний угол глаза. Вот тут вот максимально низко. И только потом начинаем уже остатками тушевать. И таким образом у вас получается безумно красивая и мягкая растушевка. Я обычно делаю этот элемент, который вам показала, несколько раз. Еще немножечко подвожу снизу для более насыщенного результата. Затем кисточка меньшего размера. Мы берем более темные тени, у меня фиолетовые. Вот. И наносим уже тоже на внешний угол глаза, но пониже. А предыдущей кисточкой тушуем границу. Все. Также подвели глазки карандашом или подводкой и немножечко тушуем прям темными тенями, черными. Все, осталось заняться ресницами. Теперь вы умеете делать офигенную растушевку. Ну что, ребят, мой макияж готов, а я пойду снимать видео для вас в ленту, там будет конкурс, поэтому обязательно следите. А у кого волосы отросли, посмотрите. Друзья.
друзья, только что я загрузила видеопост с моим сегодняшним образом. Там преображение, поэтому очень жду ваши сердечки и поддержку под ним. Комментарии, пойду их читать. Ну и под постом я вам обещала подробнее рассказать о продуктах, потому что видео очень короткое, быстрое, и там невозможно понять. Я использовала сыворотку от Олеси Мустаевой, у нее есть свой собственный бренд, Олеся Мастерская называется, и серия «Она иная», тут есть крутая сыворотка для лица, которую я использую как уход перед сном. Вот, ребят, покажу еще раз. Это сыворотка. У меня тут осталось уже не очень много. Сыворотка для кожи головы. У меня проходит активное тестирование. Мне очень нравится. Она предотвращает выпадение волос, увлажняет. Мы ее наносим на именно кожу. Шампунь и идеальная. Идеальная идея бюджетного новогоднего подарка. Это такие вот мини-наборы. Сейчас я начну. Здесь на сайте. Это идеально. Посмотри, потому что исключительно. Ребят, у нас Мариана решила немножечко обновить мою укладку, потому что ученицы хотят со мной сфотографироваться. Мариан, покажись, пожалуйста. Сколько мы лет уже вместе работаем? 6 ровно, пошел 7. 7 год, представляете? Такая у меня верная команда. Друзья, видео, которое загружала утром, снесли, поэтому я перезаливаю его заново. Почему меня удаляют? Знаете, что обидно? Что никому не сносят посты, сторис сносят только мне. Значит, массово жалуются люди. У меня просто вопрос, за что? Что я делаю? Я не выкладываю ничего плохого. Добро, позитив, все только классное. Ну ладно, ребят, вы знаете, что мы по жизни ныть не любим, поэтому продолжим. Я очень хочу познакомиться с вами поближе, потому что каждый день на меня подписываются более нескольких тысяч человек, а наше число своим близко к 10 миллионам. Мне безумно приятно, что вы за мной следите, подписываетесь. Я вам безумно благодарна, что вы не просто посмотрели выше, а именно подписались. Почему вы вообще ко мне пришли? Проверим? Так, ребята, у нас процесс отработки макияжа. Я решила вас познакомить с девочками. Привет, девочки, все в процессе работы практически не отвлекаются наши модели. Ну вот, например, давайте вот возьмем интервью у Яны. Яна, здравствуйте. Расскажите, почему вы выбрали макияж? Вот почему именно обучиться макияжу? Ну, я участвовала в 2 марафонах, от Гуар, 8 и 9. Они тебя вдохновили, Они да? Они меня вдохновили, да. Плюс у меня был как раз на тот момент перелом жизни очень сложный. И ради своих детей, чтобы добиться успеха, я готова на все. Какая спасибо ты молодец. Тебе за этот шанс. За то, а почему ты именно меня выбрала? Я обожаю тебя. Ты мой фаворит, ты мне близка по энергетике. Ты безумно талантливая. Ну, вот чисто от сердца. Спасибо. Как если ты спросишь моих подруг, они тебе все скажут, я всем мозг промыла тобой. Спасибо. Спасибо большое. А какие цели, что будем покорять? Вершины, все вершины. Только вперед никогда не вдохновилась? Самый топчик. Спасибо, спасибо. Ребята, если Яна делает только первые шаги в макияже, то у меня есть и ученицы, которые после обучения попали в мою команду. Сейчас я вас познакомлю с ней. Сейчас познакомлю. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Спасибо. Пожалуйста, возьмите, чтобы он вас вдохновил. Расскажите, пожалуйста, как давно вы попали ко мне в команду? 2 месяца. 2 месяца назад. Угу. Почему ты ко мне приехал на обучение? Что произошло в твоей жизни? Изменилась. А как ты приехала? Я выиграла в марафоне, меня пригласили в команду, и мы собрались всей семьей и переехали в Москву. Вообще ты из города Кинель, так, из Самарской области. А как изменилась твоя жизнь? Ты перевезла всю семью в Москву. Работаешь визажистом. Да. В центре Москвы. Да. У тебя много невест, клиентов. Очень. Что ты хочешь пожелать всем, кто смотрит и не верит в себя, боится учиться чему-то новому, боится участвовать в каких-то марафонах и так далее? Вообще, что ты пожелаешь? Чтобы никто ничего не боялся в этой жизни, достигал своих целей и ставил эти цели перед собой, и верил в себя, в свое будущее, и все непременно сбылось. И забыла вам показать мою сегодняшнюю работу. Наша модель не пришла. Представляете, она просто нас заблокировала в черный список и не пришла. В общем, вот сегодняшний макияж, ребят. Растушеванная стрелка и наша фируза тоже с моей командой, девочка. Как вам? Отлично. Ребят,
Ребят, я знаю, что все очень переживают за мою операцию, волнуются, поэтому держу вас в курсе новостей. Я приехала в клинику, мне предстоит пройти кардиолога и финально терапевта. Если сейчас по ЭКГ, по сердцу все будет окей, меня допустят к операции, я обязательно вам об этом сообщу. Все новости об операции я решила выкладывать в свой телеграм-канал, знаете, немножко так отделить, потому что в инстаграме пока не готова делиться, это очень... Мало бы кто на это осмелился и решил, поэтому я создала телеграм-канал и буду делиться там всеми подробностями об операции. Ну, естественно, и не только. Потом там и макияж, и появится абсолютно все. В общем, пока так гораздо легче подписываться.